создаешь ребенку правила, он только и будет, что их нарушать. На самом деле нет. Дети любят правила, они любят принимать участие в составлении правил. Первое, что нужно сделать до того, как вы начали наказывать ребенка, это какие-то правила в семье установить и обсудить их с ребенком, чтобы эти правила были и для взрослых, и для детей. Самое лучшее наказание – это наступление последствий, которое разгребает тот, кто накосячил. Разбили вазу, подметает тот, кто разбил. Вот оно, это не наказание, это просто последствия. Идеальная аналогия, на мой взгляд, с нарушением правил дорожного движения. Угу. Если мы едем за рулем и превысили скорость, нам приходит штраф. В этом штрафе написано, вы нарушили правило такое-то. Штраф, не знаю, 3000 рублей. Оплатить до такого-то, все. В этой бумажке не написано, вы ужасный человек, да сколько вам можно говорить? Никто нас не ругает. Есть просто нарушение, последствия. Все. Вот то же самое в общении с детьми, особенно старше 7 лет.